Главы МИД 27 стран ЕС приняли четвертый пакет индивидуальных санкций против Беларуси и согласовали возможности для введения экономических санкций сразу в нескольких сферах. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Речь идет об ограничениях экспорта в Евросоюз калийных удобрений, табачной и нефтехимической продукции из этой страны, а также о санкциях против финансового сектора. Сегодня в отношении Беларуси мы приняли самый большой пакет санкций, включающий 86 физических и юридических лиц, и в частности нацеленных на тех, кто стоит за захватом самолета с Романом Протасевичем на борту. Эти меры были согласованы также с Канадой, Великобританией и США. Мы обсудили и адресные экономические санкции, которые примем после ближайшего саммита ЕС в Брюсселе.